смотри, ты комментируй свое. Костя, ты мастер, который сверлит. Комментарий голоду за кадром можно сделать потом. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Ты салфеточку открываешь и вытираешь его. Да. При высверливании образца мы четко видим отслоение не склеенный друг с другом материал. Правильно? Гладкий клей. И даже могу его вот таким образом оторвать. Отлично. Дальше не оторвать, надо фабрики, да? Видно. И не надо дополнительной я техники. Не, дальше, не, а он сейчас отслоится все равно. Причем этот слой без сетки. Угу. Если бы был тот сверху, на вот этом месте, угу, было бы прочнее и правильнее. Вот, угу, вот весь вся его прочность. Я бы на самом деле не высверливал остальное. Мы этот образец можем вот с этого куска потом, когда демонтируем все. А сюда просто такую блямбу привезем и поставим. Здесь нет необходимости дальше проверять клей и стяжку. Качество материала, ребят, мы уже убедились визуально. Ну что? Я... Ну что, блин? Да, дело материала. Мы только что, за счет нас менять, ну, за счет фабрики, да. Ну, за свой. Ну, делаем. За свой, да. Там уже мы дальше разберемся, зачем. Все. Экспертиза проведена и осталось документально зафиксировать заключение. Все. Не говоря уже о нижнем. Никаких трещин там нету. То есть, если бы это клей, то есть ни стяжки, ни укладки, ни показало бы, да? То есть по направлению этих трещин какая-то там будет.